Привет любителям водомоторной техники. Меня зовут Сергей, я представляю интернет-магазин Mercury Mag. Мы занимаемся аксессуарами и запчастями для катеров, лодок, лодочных моторов и снегоходов. Сегодня расскажу о защите киля. Килигард. Вот она. Это полиуретановая лента, которая наклеивается на киль стеклопластикового катера или лодки, или гидроцикла и защищает его при швартовке в песок, камни, в гальку, ну то есть при швартовке в необорудованных местах. Килигард — это чисто американское изобретение, его пока не подделывают, однако уже есть копии из Италии, называются они Килшилд и Хулсейвер. Размеры у килигарда стандартные, ширина — это 5 дюймов, 127 миллиметров. Толщина этой ленты в середине составляет 4-5 мм, довольно толстая лента. По краям толщина уменьшается до 2 мм. Длина килигарда варьируется от 4 до 12 футов с шагом 1 фут, то есть от 120 до 360 см с шагом 30 см. Килигарды бывают разных цветов. На 90% используются белые или черные килигарды, ну под цвет корпуса судна. Однако в ассортименте производителей есть и желтые, и красные, фиолетовые, зеленые, кремовые, всего более 11 расцветок. Любую расцветку можно привести под заказ. Черные и белые килигарды всегда есть в наличии. В комплект поставки килигарда входит, собственно, сама лента, пластиковая лопатка для ее разглаживания при приклеивании, шкурка для очистки корпуса и один или два баллончика с двухкомпонентным клеем 3М. Один баллончик вкладывается в килигарды длиной от 4 до 11 футов. Самый длинный килигард 12 футов вкладывается два баллончика с клеем. Теперь отвечу на наиболее распространенные вопросы о килигардах. Ну, первый вопрос. Как подобрать длину килигарда? Длина килигарда зависит от длины судна. И в описании товара на нашем сайте есть простейшая табличка. Длина судна, длина килигарда. Однако можно, даже не прибегая к этой табличке, а следуя простой человеческой логике, предположить, что килигард должен закрывать ту часть киля, которая обычно соприкасается с дном. Для катеров и лодок это передняя треть или передняя половина. В носу килигард должен выступать над ватерлинией на 30-40 см. Ну а дальше по вашему желанию. Заклеивайте от 30 до 50% длины днища под водой. У гидроциклов, которые иногда при определенной сноровке вылетают на песок сходу, заклеивается обычно вся длина киля, вплоть до решетки водозаборника. Вопрос номер два. Сложно ли приклеить килигард? Смогу ли я сделать это самостоятельно? Ничего сложного нету. Процедура простейшая. Вы сушите лодку, хорошо ее очищаете от загрязнений, дезинфицируете и наносите двухкомпонентный клей. Все работы можно производить, когда лодка стоит на прицепе. Снимать ее и переворачивать нет никакой нужды. Главный нюанс при приклеивании килигарда состоит в том, что двухкомпонентный клей это состав, который твердеет через 15-20 минут после смешивания компонентов. То есть на все работы у вас есть максимум 15-20 минут в теплую погоду. Потом клей просто превращается в стеклянную массу, и вы уже не сможете им воспользоваться. Полная инструкция по приклеиванию килигарда есть на нашем сайте www.mercurymag.ru. Третий вопрос. Не подделывают ли килигарды? Нет, пока я не видел подделок килигардов. Видимо, это очень узкоспециализированный продукт, ну, который просто не имеет смысла подделывать. Пока есть только его копии из Италии и из Китая. Называются Килшилд и Хулсейвер. Однако мы поставляем только чисто американские килигарды самого высокого качества. И последний вопрос про цену. Почему он такой дорогой? Ведь это просто кусок пластика.
Действительно, это просто кусок пластика. Однако американцы, как обычно, заложили в такой простой продукт какой-то ноу-хау, который пока никто повторить не смог. Иначе бы эти кельгарды продавались на каждом углу за 5000 рублей. Но этого не происходит. Значит, что-то в нем есть такое, что гарантированно защитит ваше судно и не даст поцарапаться килю. Относительно цены можно еще сказать то, что кельгард гораздо дешевле той суммы, которую вы выложите за ремонт стеклопластикового корпуса при его повреждении. Согласны? Поэтому лучше предупредить это повреждение, чем чинить постфактум. Вот так. Покупайте кельгарды на нашем сайте www.mercurymag.ru. Мы также можем предложить вам помощь по их приклеиванию в нашем сервисе.